Известная украинская певица, тренер шоу «Голос страны», экс-телеведущая проекта «Танцы со звездами» Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками в Инстаграм. Недавно знаменитость дала концерт в Харькове, а на ее официальном фан-аккаунте Фантина появилась серия фото и видео с преданным поклонником. Парню удалось не только подпевать хиты кумира и сделать селфи с Тиной, но даже спеть с ней в один микрофон во время выступления. Для выхода на сцену звезда примерила облегающий наряд черного цвета с глубоким декольте, сплошь усыпанный стразами, а образ дополнила нюдовым макияжем. Стоит отметить, что исполнительницы не первый год приписывают роман с молдавским певцом Даном Баланом, однако сама Кароль никак не комментирует личную жизнь. Вчерашний счастливчик в Харькове. Подписчики не прошли мимо, зависть. Честно завидую белой завистью, рада за счастливчика. Может и моя мечта сбудется, честно я ее не искала. Но посмотреть хотелось бы, но идти на соблазнительница, был бы страшный, она бы не подошла.